В районе улицы Заводской уловом стали 18 ночных бабочек, а вот с организатором незаконного бизнеса все оказалось непросто. Когда полицейский подошел к машине и заговорил с продавцом живого товара, тот резко нажал на газ и попытался сбежать. Однако ОМОНовец вцепился в машину, его протащило по асфальту около 30 метров, и только сломав боковое зеркало, полицейскому удалось затормозить машину. В итоге страж порядка отделался царапинами и ссадинами. Сейчас силовики проводят проверку по факту оказания сутенером сопротивления полиции.